В читальном зале КЧГУ имени Умара Алиева прошел литературный вечер, посвященный 85-летию поэта, заслуженного деятеля культуры Карачаева-Черкесии, переводчика поэзии Омара Хайяма на карачаевский язык Альберта Бачаева. Поздравили виновника торжества представители рода Бачаевых, известные общественные деятели. Подробнее Алихан Лепшоков. Он является автором трех книг, куда входят более 1600 переводов Омара Хайяма на карачаевский язык. Поэт Альберт Бачаев более 50 лет отдал изучению творчества этого всемирно известного персидского литератора. Литературный вечер был организован членами кафедры Карачаево-Балкарской и Ногайской филологии КЧГУ. Представители рода Бачаевых поздравили юбиляра и вручили ему памятные подарки. Важно отметить, что больше 40 лет Альберт Нусаевич посвятил горному туризму. Собравшиеся отмечали, что его переводы Омара Хайяма так чудесно передают глубину поэтических образов, сохраняя мудрость и самобытное великолепие. Образа, которого можно записать, какие у нас должны быть традиции, обычаи. Все то, что накоплено в течение тысячелетий нашим народом, которое стало достоянием сегодня для нас, в том числе и через Альберта Мусаевича. Через Альберта Мусаевича наша культура вошла в мировую культуру. Мы являемся частью этого мирового сообщества. Альберт Мусаевич, огромное спасибо вам. После всех поздравлений студенты КЧГУ прочитали стихи и поэтические переводы Альберта Бачаева. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.